В Казахстане задержали организаторов крупной порно-студии, действовавшей под видом модельного агентства в разных городах страны. По данным МВД, стражи порядка доставили в полицию 118 человек. Организаторы ОПГ вербовали молодых девушек через социальные сети и обещали ежемесячную зарплату до 2 миллионов тенге. Сообщается, что установленный оборот денежных средств ОПГ за последние 5 лет превысил 3 миллиарда тенге. Организаторам и основным участникам преступной группы грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Расследование продолжается. Сотрудниками полиции в городах Астана, Алматы, Шымкент, Ахтубе и Караганда установлено 79 офисов и квартир, оборудованных для организации онлайн-трансляции видео девушек интимного характера в круглосуточном режиме. В ходе спецоперации в названных городах одновременно проведено 138 обысковых мероприятий, изъято свыше 80 единиц компьютерного оборудования, около 1 килограмма наркотических средств и более 69 тысяч долларов США.